Здравствуйте, меня зовут Арзигюль Алтымухамедова. Я студентка отдела психологии. Я студентка первого курса, но это мой второй год в этом университете. В прошлом году я училась на подготовительном курсе. Я выбрала этот университет, так как Стамбульский университет 29 мая предоставляет много возможностей для студентов. Вы можете выучить иностранный язык, можете практиковать иностранный язык за рубежом, можете использовать замечательную библиотеку ИСАМ. На подготовительном курсе учат двум языкам. Один из них арабский, другой английский. Я изучала английский, так как он нужен мне для моей кафедры. После окончания я хочу поступить на магистратуру. Я хочу рассказать вам о программе, позволяющей практиковать ваш английский с носителями языка. У вас есть возможность полететь в Англию, где вы будете учиться в Манчестерской академии английского языка и будете жить вместе с английской семьей в Манчестере. Этот курс будет длиться 4 недели. Наш университет предоставляет эту возможность лучшим студентам на подготовительном курсе. Я училась в Манчестерской академии английского языка. Там я познакомилась со многими иностранцами, и у нас сложились хорошие отношения. Я до сих пор с ними общаюсь. Я путешествовала по всей Англии, и это был незабываемый опыт. И я хочу поблагодарить за эту возможность наш университет и учителей, которые мне помогли.